Я знал ее милым ребенком когда-то. Однажды, когда ей 10-й был год, она свою куклу случайно разбила и плакала целую ночь напролет. И плакала целую ночь напролет. Роман с композитора Титова. Про него хочется сказать одну вещь. Когда я его только разучивал, одна моя знакомая сказала: «Как-как? Она мое сердце разбила на счастье». И с тех пор каждый раз, когда я пою этот романс, я про себя немножко смеюсь. Но так как у нас такой неформальный вечер, я решил все свои внутренние смешки вынести на люди. Да, это классно!